фильм «Ограбление по правилам». «Ангел» Ден оф Ти Ивес рассказывает историю о двух группах мужчин, готовых совершить ограбление банка в Лос-Анджелесе. Одна из групп – опытные и харизматичные ограбители, знатоки своего дела. Другая – отряд элитных полицейских, которые тоже очень хорошо знают свое дело и готовы сделать все, чтобы остановить ограбителей. Полицейский Ник Флинаган, Джерард Батлер, возглавляет отряд, который должен остановить ограбление. Но в процессе расследования он сталкивается с трудностями и понимает, что ограбление не так просто остановить. Он и его команда сталкиваются с хитрыми и опытными ограбителями, которые заранее продумали каждую деталь ограбления. Один из главных героев фильма – главарь ограбителей Мерримен, Пабло Шрайбер, который вместе со своей командой хочет ограбить банк и заработать большие деньги. В то же время, Флинаган и его команда стараются использовать все свои знания и опыт, чтобы остановить преступников. Фильм построен на напряжении и динамике, и зритель весь фильм находится в ожидании. Кто же победит в этой схватке, полиция или ограбители? Фильм также включает в себя несколько неожиданных поворотов сюжета и интригующие диалоги между героями. В целом, «Ограбление по правилам» — это увлекательный и динамичный боевик, который увлечет зрителя своими головокружительными перестрелками, тонкой игрой актеров и зрелищными сценами.